Нарядная елка, самый настоящий Дед Мороз и подарки. Такой новогодний праздник для детей был организован во дворе дома по улице Ленинградской, 150. Об этом мы расскажем в нашем следующем материале. Он спешит сейчас на праздник. Кто же это? Новогодний праздник для мальчишек и девчонок с настоящей елкой, с Дедом Морозом и Снегурочкой прошел во дворе дома номер 150 по улице Ленинградской. Встретиться с новогодним волшебником, получить подарки и поиграть собрались не только жители этого двора, но и соседних домов. Сколько лиц кругом знакомых, сколько здесь друзей моих. Хорошо мне здесь, как дома. Каждый день вас вспоминал, всем подарки собирал. Дед Мороз не обманул, ведь такие веселые праздники в этом дворе проходят уже пятый год подряд. С каждым годом участников все больше. Малыши в восторге. Мне нравится. Как мы передавали, как мы, снежок. Родители довольны, не меньше самих малышей. Праздник очень нравится, особенно детям. Спасибо большое организаторам. Мы были в прошлом, и в этом, и в следующем. Надеемся, тоже будем здесь. Организовала веселый праздник ТСЖ этого большого дружного дома. Для того, чтобы сплотить наших жителей, наших деток. И каждый год всегда у нас весело. Елку наряжали как бы все вместе. Кроме того, провели конкурс детских рисунков. Надеюсь, Дед Мороз подведет итоги этого конкурса. В конкурсе рисунков принимали участие дети от 3 лет. Самым маленьким помогали родители. Рисунков получилось много. Дед Мороз был немало удивлен. Ведь основной темой работ стал именно он. Что тебе такое нарисовали тут? Меня нарисовали. Дедушку Мороза нарисовали. Все маленькие художники получили от новогоднего волшебника сладкие подарки. А главным подарком для родителей стало хорошее настроение детей. Александра Шер, Игорь Пантин, Вологда, Портал.